Близнецы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на март месяц. Что вас ожидает в начале, в середине, в конец месяца? И первая карта для вас – колесница. Колесница показывает, у вас идет взлетная полоса. Уже в начале марта у вас, как знаете, вы сами можете эти чувствовать, что у вас какие-то перемены, да? Если некоторые, может быть, касается какая-то путешествия, да, какая-то командировка, да? Но то, что вы уже идете что-то новое для вас, близнецы, это однозначно, да? Здесь у вас по колеснице, как бы, может быть, новое начало, да? Может быть, для некоторых даже стремительно вот шли к этой, к чему-то новой, да, начать свои жизни. Давайте посмотрим следующая карта и что это касается. Это семерка кубка. Семерка кубков показывает то, что может быть для некоторых это фантазия, что они уже идут, да. Здесь может быть вы идете в начало что-то, но не нужно фантазировать, да, не нужно сильно мечтать, да. Здесь постараться более относиться то, что происходит в начале, да. Вот постараться то, что происходит там на тот момент, а не идти в ваших мечтах и мечтать, что у вас это будет, ну, может быть, какие-то финансы лучше, да, может быть, какая-то поездка. Здесь просто нужно стараться не фантазировать, да, убрать вот в начале месяца. Давайте посмотрим следующая карта для вас, близнецы. Рыцарь мечей. Бороться за свое место под солнцем, да? Бороться за то, что вы хотите, да? Для тех, которые стараются построить новые отношения, да? Для тех, которые хотят найти новую работу, да? Здесь нужно бороться. Здесь вас вообще показывает человек, когда уже не то, что думаете, да? Когда не то, что принимаете какое-то решение, а уже вы делаете действия, да? Вы уже это идите вперед. Но самое главное здесь постараться, уйти от каких-то фантазий, что может быть, сможете быстрее достигнуть в этой цели, да, может что-то стремительно так думаете, что быстро все это, но здесь как бы все-таки не действительно, о чем вы мечтаете вот в начале месяца, да. Здесь нужно очень такое, знаете, как трудиться сильно, да, что то, что вы хотите, не так быстро может, это желание исполниться, да. Давайте посмотрим следующая карта. В середине это королева Пентакли. Королева Пентакли, женщина вас показывает, да, то, что вы сидите на своем троне, да, вы стабильная женщина, да, вы можете направлять, вы можете помочь, да. Но хочу сказать еще как предупреждение для некоторых образований. Обращайте внимание на ваше здоровье, да, может здесь это спина, вот то, что вы много, знаете, сидите, да, не двигаете, да. Для мужчины это ваша женщина, вот именно в середине потребуется, может, то, что вы обращали на ее здоровье, да, может, она потребует вот как-то с ней поехать к врачу, да, вот постараться, да. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на середине – шестерка кубков. А шестерка кубков – вот и ваша фантазия, да. Вы можете решили идти в будущем, да, что-то начать новое, но вы не отпускаете ваше прошлое. Вы все-таки мечтаете о ней, да. Здесь просто нужно постараться не входить в ностальгии, да, в фантазии, в мечтах, а просто брать, идти дальше и стараться достичь ваших целей, да. Давайте посмотрим следующая карта. Это карта башни. Карта башни разрушает ваши стереотипы, да, разрушать какие-то ваши вещи, которые это вообще ни к чему хорошего не приведут, да. Здесь нужно просто понимать, что кроме вас этого никто не будет делать, да. Если вы не разрушите какие-то ваши вещи, которые они не будут в жизни исполняться, зачем это мечтать, да? Постарайтесь более стабильно, да, оценить, да, более стабильно думать. Следующая карта на конец месяца для вас, близнецы. Это у нас семерка мечей. Семерка мечей, знаете, для близнецов, знаете, как будто есть какие-то люди рядом, как энергетические вампиры, да. Здесь эти люди, это те, которые вы допускаете близко, да. Может быть, это те люди, которые вы рассказываете, да, ваших целей, ваши мечты. Здесь просто постарайтесь никому вот в конце месяца, даже на протяжении всего месяца, о чем вы мечтаете новые, никому не рассказывать. Ни о вашей стабильности, ни о ваших финансах, ни о ваших отношениях. Никому. Вот сохраните для себя. Давайте посмотрим следующая карта для вас.
Это десятка жезлов. Носите тяжелый груз, да, вы как будто закрываете сами себе дороги. А сами себе дороги закрываете из-за чего? Что вы все-таки не можете отпускать свое прошлое. Вы все-таки входите в этих искушений, которые вас тянут в прошлом. Здесь вы можете сами создавать вот эти преграды, да. Вы сами можете себе эти трудности создавать, рассказывать кому-то ваших целей, да, о чем вы мечтаете, о чем вы хотите сделать. Это не нужно сделать, да, в конце месяца. Давайте посмотрим высшие силы, что вам советуют на протяжении всего месяца. Марта, близнецы, сохранить то, что у вас есть на данный момент. Сохранить ваш мир, ваш внутренний мир. Не рассказывать ничего, да? Здесь нужно вот именно постараться, о чем вы мечтаете. Даже если это касается отношений, даже если это касается рабочих, финансов, здесь просто сохраните для себя. Не нужно вот ничего, о чем вы мечтаете делать, никому не рассказывать. Да? Вы можете так, как сохраните этот мир, да, так эти цели ваши, да, удачи, успехи, так вы сами можете разрушить. Да? Вот о чем вы боретесь сильно, вы сами можете их разрушить. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране телефона. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.